Кавказский полк под командой полковника Васильева. Со времен Первой конной, приумноженной в битвах Отечественной войны, не меркнет боевая слава советской конницы. Генерал-лейтенант Рябов возглавляет колонну артиллерии. Начался новый 30-й год октября, 30-й год великой советской державы. Советская столица встречает 29-ю годовщину великой Октябрьской социалистической революции. Сегодня праздничная октябрьская Москва славит имена героев новой сталинской пятилетки. Павел Быков, знатный московский стахановец, в предоктябрьские дни он закончил свой пятилетний план. Александра Штырова, прославленная многостаночница, ткачиха трехгорки. Вместе с товарищами-автозаводцами вышел на праздник инженер Давыдов, лауреат сталинской премии, один из создателей советского автомобиля. На Красную площадь собираются люди всех профессий, званий и рангов. Стахановцы-дрезировщица Мария Аверьянова, мастер Рейнгольд Ляц, слесарь-комсомолец Федор Буланов. Депутат Верховного Совета, писатель Леонид Леонов. Генерал армии Антонов. Герой социалистического труда, академик Лысенко. Праздничным весельем наполнились улицы и площади столицы. Thank you.
суверенных государств. От трибуны Мавзолея поднимаются руководители партии и правительства. Командующий парадом генерал Октябрьский.